наблюдаем печальную картину. Правда, вот в этом помещении уже не печальную, а рядом куда двинешься печальную. И вот там уже не печальная картина. Значит, можешь теперь сказать, какие там вырисовываются горизонты. Так, Виктор, вообще никого нет. Пойдем, можно едем. Виктор Александрович! Какие вырисовываются горизонты? Значит, совершенно четко видно, что... Значит, в следующий раз мы завозим гипрок, уже посчитано, сколько надо. Быть может, листов, вот он обрушить, и мы не успел. И мы этот гипрок будем устанавливать уже. У нас там есть дополнительные доски, уже, значит, есть мысли о том, что вот эти доски мы в размер следующей комнаты будем перепиливать, чтобы их можно туда переложить, чтобы они здесь уже нам не мешали. Чтобы здесь можно было работать и обживать. Вот в следующий раз надо будет доски замерить и в размер той комнаты перепилить. Где кухня? Где кухня, да. Где кухня? Значит, там нам придется спилить батареи. Слушай, у нас есть болгарка. Есть, да? Есть болгарка? По-моему, есть. Принесу. И я принесу. Спилить батареи, вот, порадовать этих самых, я думаю, что металлистов этим самым металлом. Вот, тем более, что они без нашей просьбы в свое время отсюда выковыривали батареи, когда еще дом был хороший. Вот, и там можно делать так же пол, таким же методом. Вот, так что и там у нас также нужно делать потолок, а там мы можем в обратном порядке делать пол, потом делать потолок. Там стены как раз с ними проще, там, может быть, даже их и сохранить можно будет, а может, мы что-то с ними делаем. У нас вот еще возник вопрос, товарищи специалисты говорят, что, вот, Виктор Александрович, что вот надо ли нам перед ламинатом фанеру класть на пол? Или можно прямо на... Вообще, это лучше, конечно. Это, конечно, да. А зачем? Чтобы она не ходила. Лучше будет по швам. Это основа для ламината. Должна быть ровная, что-то такое, хорошее. Жесткость. А это безразличная основа или это основание? Вот это основа безразличная. То есть можно ламинат? Можно ламинат, можно паркет, можно паркетную доску. Можно линолеум, можно ковролин будет ложить уже. Все, что у вас будет, можно будет положить на фанеру. Просто сейчас получается по доскам идешь. Только фанера нужна. Прогибается, соответственно. Так, да, десятка нормально. Фанера у нас есть? Нет. Нет, это... Нужна есть? Десятка. Есть фанера. Десятка нужна. Да. А у нас там есть, которая потолще, да. Десятка, семерка по меньшей мере. Может и десятка. У меня а тут нужна какая? Десятка. 10 миллиметров. Она дорогущая. А если эту два? Ну, это в два так момента. Она же гулять будет. Между слоями связки не будет, она будет гулять. Если в шахматном порядке, а то будет. А натыкать ее. А если мы все-таки ламинат положим? Как клей-то не свяжем, если выбирать оттуда, и чтобы нам занимать место. Саморезами ее. Чем нас? Ну, что надо просто попродумать. Нет, чем мы рискуем, если у нас будет ламинат положен? Он будет, если что, ломаться будет. Если не будет, если ровно, у нас доска так лежит, ламинат будем ложить так. Фанеру можно вести, чего делать. Фанеру, наверное, если два тонких, тогда они, что? Наверное, по цене там будут не дешевле, чем один толстый. Нет, просто если тонкая уже есть, тогда и можно. Да, наверное, там ее мало. Ее мало, да, он не хватит толстую, на пол. 10 надо миллиметров. Надо сколько нужно на пол и фанеру. Ну, посмотри, сколько у нас там вот так. Там не десятка может быть. Там какие-то толстые фанеры, но у нас есть. А сколько там метров квадратных? Короче, тогда после этого собрать. Полтора на полтора идет. Но все равно этим займемся уже. Значит, короче говоря, товарищи, перспективы у нас самые радужные. В том смысле, что совершенно видно определенно, что мы это закончим, успеем. Я думаю, в летние дни очень хорошо у нас. Мы еще с той стороны подкрасим, чтобы было красиво. Ага. У нас все было такое не подкрасить. Надо будет подкрасить. Краска и есть. Все это мы, как вы видите, вот работа у нас сегодня планировалась 3 часа. За 3 часа сделано очень много. 3 часа, когда люди так квалифицированы и душой работают, получается очень здорово. Вот. И это позволяет нам, так сказать, кому угодно, кто из поселка, а здесь все присматриваются, у нас не случайно, там нам все нарезают в магазине, все обеспечивают, спрашивают, как дела. Люди, конечно, смотрят, наблюдают, все эти члены совета поселковой администрации, тем более глава администрации здесь был, мы здесь чай пили с ним, вот, всякий нам рисовал перспективы радужные, как они будут работать, после этого он нам не мешал. Ну а теперь просьба всем приступить к обеду. Всем большая благодарность. Спасибо.